Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами обсудим, что же будет с криптовалютой Эфириум. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Ну а мы начинаем. В последние недели на SME наблюдается огромнейший всплеск активности на фьючерсы по биткоину и эфириуму. Стоимость второй криптовалюты на прошлой неделе пробила максимум 2022 года, пробив отметку $3800. Открытый интерес по фьючерсам на эфириум тем временем находится на рекордных уровнях. Аналитики американской криптовалютной биржи Coinbase считают, что цене эфириум есть еще куда стремиться. Ну и давайте обсудим, какой же у аналитиков прогноз на эфириум на 2024 год. По итогам января открытый интерес по фьючерсам на эфириум вырос на 86% на $1,1 миллиард. За тот же период показатель биткоина увеличился на 58% и достиг отметки $6,8 миллиардов. Эксперты считают, что по доходности эфириум начал догонять биткоин. Ну и по их мнению, разрыв между двумя главными криптовалютами будет устойчиво сокращаться. В основном такой динамике способствует восстановление активности в сфере децентрализованных финансов. Таким образом, согласно DeFi Llama, с начала года общая стоимость заблокированных средств в протоколах Ethereum выросла почти на 50%, с $31 миллиарда до $47,3 миллиардов. По словам аналитиков, на прошлой неделе биткоин торговался в более узком диапазоне. По большей части трейдеры были сосредоточены именно на Ethereum и на его экосистеме. Ну и впервые с 2022 года вторая по размеру криптовалюта преодолела отметку в $3800. Даже с учетом роста эфириум, в этом месяце кросс-курс эфириум-биткоин все еще на 10% ниже уровня, на котором он торговался до того, как новости о спотовых биткоин ETF захватили рынок. Это говорит о том, что ралли эфириума еще есть куда стремиться, написали эксперты Coinbase. Ну а теперь вопрос, благодаря чему именно будет рост эфириума. По темпам роста эфириум уже вторую неделю подряд обгоняет биткоин. По данным CoinGecko, за прошедшие 7 дней стоимость актива в общей сложности выросла на 15%, а за 2 недели на 25%. Цена биткоина за последние несколько дней снизилась на 14,8%, ну а за неделю выросла на 25%. На момент записания видео эфириум торгуется на отметке $3600. Ранее вторая по капитализации криптовалюта пробила уровень в $3800, максимум с 2022 года. Активному росту цены эфириума способствует целый ряд факторов. Первое – это крипторынок ждет, что теперь комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрит спотовый ETF на эфириум. Аналитики Bloomberg предполагают, что регулятор примет положительное решение в мае этого года. Грядущий хардфорк Denken – обновление запланировано на 13 марта. Оно призвано повысить масштабируемость и снизить комиссию на транзакции в решениях второго уровня. Рост числа протоколов для рестейкинга, таких как EigenLayer. Они привлекают в сеть все больше разработчиков. Ну и, конечно же, увеличение количества стейблкоинов. По данным DeFi Llama, с 1 января объем стабильных монет в блокчейне Ethereum вырос на 4,4%, с $68 миллиардов до $71 миллиарда. Ранее аналитики банка Standard Chartered отметили, что на фоне потенциального запуска спотовых Ethereum ETF цена активно пробьет отметку в $4500. По их мнению, у SEC нет никаких оснований для того, чтобы относиться к эфириум иначе, чем к биткоину. Ну и если вы не знаете, что такое спотовый биткоин или эфириум ETF, то рекомендую вам посмотреть это видео. Ну что же, на этой ноте наше видео подходит к концу. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. Если вам понравилось, то не забывайте ставить лайки и колокольчики, чтобы не пропускать следующие выпуски. И, конечно же, подписывайтесь.
А также пишите в комментариях, о чем бы вы хотели следующий выпуск. Таким образом, мы с вами будем делать контент вместе. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости, инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Но если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто.